и финалистов международного летнего чемпионата Москвы по теннису Moscow Open 2019 в одиночном разряде. Я с удовольствием приглашаю на центральный корт участников церемонии награждения. Приветствуйте, Наталья Александровна Камельзон, первый вице-президент Федерации тенниса Москвы, директор чемпионатов Москвы, генеральный директор Формулы 3X, заслуженный тренер России. Владимир Намыч Камельзон, заслуженный тренер России, тренер сборной команды России, директор теннисной школы «Белокаменная», друзья. Здесь, на этих уютных кортах, только что с успехом прошел очередной чемпионат Москвы. Владимир Намыч Камельзон. Я приветствую исполнительного директора Федерации тенниса Москвы Олега Сергиенко. Федерация тенниса Москвы – неизменный партнер чемпионатов Москвы по теннису. Главный судья женского турнира, серебряный значок рефери ITF Сергей Эдуардович Дубров. Главный судья мужского турнира, судья всероссийской категории Сергей Смирнов. Я попрошу Владимира Наумовича Камельзона подойти к микрофону и сказать нам несколько слов. Спасибо, добрый день. Поздравляю всех с хорошей погодой. Поздравляю крепких, немногочисленных зрителей. И, конечно, прежде всего поздравляю победителей и призеров нашего чемпионата. Уникальный турнир, чемпионат Москвы. Видите, сколько помощников здесь? Да. Уникальный турнир, чемпионат Москвы уже какой-то раз чуть ли не в 12 или 15, не спросил, какой по счету, проводится летний турнир на этих кортах. 14, Иванович. Спасибо. 14. Летние корты просто необыкновенные. Я этим горжусь. Горжусь именем Белокаменной и те, какие корты, на каких кортах мы играем в теннис. И поэтому, немного поломав традиции, я хочу сюда пригласить человека, который уже 15 лет со своей бригадой приезжает из Таджикистана и готовит эти корты. Поверьте мне, сегодня в их подготовке я не принимаю никакого участия, потому что это профессор, его помощники, это вся его семья, его сыновья, кроме одного, да, делают корты так, как никто не умеет делать в Европе. Даже уже есть взаимоотношения, говорят, что они по качеству еще интереснее, чем Ролан Гаррос. Назар Хамидов! Я думаю, все аплодисменты и спортсменов, и тренеров, и бойболсов, это, конечно, рабочим людям. Чего ходишь вокруг меня? Назар. Аплодисменты Назару Хамидову, друзья. Ролан Гаррос открывает лучшие корты в его исполнении. Джедаевский. Вот, Рахмат. Ну и, конечно, организаторы турнира — это бессменные наши главные судьи Сергей Смирнов и Сергей Дубров, награждаются также нашим подарком. Подарки от АО «Косметическое объединение Свободы», неизменный партнер Федерации тенниса Москвы. Без этих профессиональных людей, конечно, турнира бы не было. Сергей Смирнов, Сергей Дубров, друзья. Спасибо. И хотелось бы мне сказать еще пару слов, что, конечно, такие турниры, как наш, они просто уникальны. Их не так много в России. Через наши турниры во всех годах, сейчас скажу, специально не беру на память, прошли Катя Макарова, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева, Ирина Хромачева, Виталия Дьяченко, Донской, Кравчук, Рублев, Бублик, Медведев, и еще можно много-много что
добавить. Это хорошая база для проникновения в высокий профессиональный теннис. Поэтому этот турнир сейчас будет проведено награждение. Я хочу, чтобы те ребята, которые сегодня... Где они? Они за спиной. Чтобы эти ребята, которые сегодня я список прочел, попали бы в этот список, и наш турнир был бы хорошей платформой для их процветания в профессиональном теннисе. Слово передаю для награждения. Спасибо. Михаилу Иванову. Спасибо. Ну что ж, друзья, действительно с удовольствием объявляю имена финалистов, призеров в мужском одиночном разряде. Бронзовым призером турнира стал Никита Садилин, Москва. Ваши аплодисменты. Никита Садилин, бронзовый призер турнира Moscow Open 2019. На память с Никитой Садилиным. Спасибо, друзья. А серебряным призером Moscow Open 2019 стал Дмитрий Калюжный. Он представляет теннисный город Жуковский. Дмитрий Калюжный. Жуковский, серебряный призер Moscow Open 2019. И, наконец, победителем в одиночном разряде стал Никита Каширин, Москва. Как сказал Владимир Наумович, надеемся, что имена и фамилии этих парней будут занесены в тот список игроков, которые прорвались в элиту мирового тенниса. Это Каширин, победитель московского летнего чемпионата в одиночном разряде Moscow Open 2019. Спасибо.